Здравствуйте, друзья! Прежде чем рассказать вам о погоде, которая ожидает нас 17 января, я прочту вам стихи Роберта Рождественского. Вновь приходит зима, в круговерти метели и стуж. Вновь для звезд и снежинок распахнуто небо ночное. Все равно я дождусь, обязательно счастья дождусь. И хочу, чтобы вы в это верили вместе со мною. А теперь о погоде. В Краснодаре утром ожидается дождь со снегом и температура плюс 1, плюс 3 градуса. Днем снег прекратится, а вот дождь останется. Температура от плюс 3 до плюс 4. К ночи дождь перестанет капать с небес, температура будет медленно понижаться и составит вечером и ночью 2-3 выше нуля. В Кропоткине утро встретит жителей города небольшим снегом и температурой от 3 до 1 градуса со знаком минус. Днем 0 плюс 1, дождь со снегом, вечером от 0 до минус 1. Такая же температура ожидается и ночью. Возможно, за окнами белыми хлопьями пойдет снег. Этой ночью первый снег летел в окно. Этим утром снег идти не перестал. Так идет он, будто кто-то озорно, как в бутылке все окрестности взболтал. И не знает снег, куда и лететь ему, где найти ему местечко для жилья. И забыл он, где земля, зачем земля, почему трава и зелень, почему. То идет он сверху вниз, то снизу вверх, озабоченный, растерянный, чудной. Я прекрасно понимаю первый снег, потому что так же было и со мной. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросетка». Монтаж отличной квартиры с ремонтом покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам счастья.